Всем привет, дорогие друзья, хорошо вам настроение. С вами Рэй, продолжаем играть в игру DC Enchanted. И мы с вами будем проходить, наверное, сегодня сюжетку основную, ребят. Так что давайте посмотрим, что у нас. У Джокера, как обычно, ничего нет, но нам не хватает карточек, ребята. Здесь все делается за карточки. Видите, нужно 15 карточек Бэтмена сюжетки. Давайте заберем кристаллы, они тоже нам нужны. Ну не кристаллы, это гемы, конечно, на самом деле. Но мне почему-то удобнее называть их кристаллами. Так, больше здесь пока ничего нету у нас. Хорошо, ладно, возвращаемся обратно мы с вами. Хотя, подождите, здесь что-то новенькое есть. Ага, вот оно что, я могу себе поставить вот этот камушек на 4%. Давайте воткнем, у нас слоты есть открытые. Отлично, все, камень у нас поставлен. Ух, мне нравится, нравится, ребята. Так, ну что же, возвращаемся и, по-моему, все. Да, по тактике у нас, по-моему, ничего нету. Да, нету, нужен 11 уровень, чтобы 10 и 11, чтобы что-то мы смогли с вами новенькое открыть. Здесь, оу, ребята, повышение ранга с D на S. 12 карточек, опять же, нужно Бэтмена. И, опа, круть. Что я могу сказать вам, ребята? Мы повысили свою Харли Куин на следующий ранг. Ёлки-палки, у нее открылся активный скилл. Горячие стволы. Так, а здесь что такое? А, ну понятно, ранг выполнен. Короче, ясно. Ты смотри, я могу повысить ей вот это вот. Матловер. Давайте, наверное, сделаем, ребят, с вами. Вау, круть. Мы повысили ей скилл. Так, у нас появилось что-то там новенькое. Также, оу, ребят, подождите, мы можем... горячие стволы с вами повысить. Так. Прибавка небольшая, всего на 10%. Но я думаю, что оно того стоит. Так, всего две карточки Бэтмена осталось. Мало, конечно же. Но их можно добыть, ребята. Потом мы это все с вами провернем, дельцы. Так, здесь у нас, как видите, пока ничего не открылось. Жаль, хотелось бы. Так, по тактике, видите, сколько там внизу карточек, очень много, но у меня их нет пока. Так же, как и камней. Но я расстраиваться не собираюсь по этому поводу. У нас есть сюжетная линия, за прохождение которой мы получаем определенные плюшки. Так что давайте, ребята, продолжим играть, будем смотреть, разбираться с вами потихоньку в этой игре. И, как говорится, пользоваться всеми благами ее. Так, у нас, значит, пятая часть. Так, ну тут, как обычно, ребята, у них диалог. Обычно я их пропускаю, потому что нам все равно не понять, что они там говорят. Что ж, поехали. В этой игре, ребятушки, также есть автобой, который очень даже здесь полезен. И поверьте мне, что на автобое наш персонаж будет играть намного круче, чем играю я им. Потому что там все-таки искусственный интеллект, он поднастроен так, что они все делают вовремя и правильно. Потом мы это с вами посмотрим. Так, ну а пока я буду играть сам. Так, ну что эти психи опять? Да, ребят, мы еще с вами не прошли эту сюжетку. Этот дурдом. Поэтому надо допройти. Ага, здесь все отлично. Так, пирог взрывной повесили. Бум, готов. Ну, давайте дальше бомбить. Также, ребят, вы знаете, что вот эти вот удары, которые мы с вами комбо делаем, за них мы получаем вот такие плюшки. И у нас с вами копится сердечко 50%. Их всего можно накопить 2 за бой. Ну а потом, конечно же, ими воспользоваться в любой момент, когда будет мало здоровья. Ну, желательно использовать ее тогда, когда у всех трех наших выбранных персонажей мало здоровья, потому что восполняет он абсолютно всем. Так, хорошо, ребята, давайте дальше разбомбим этих всех олухов. Дойдем до босса, завалим его и посмотрим, что дальше нас будет ожидать. Так, что у нас тут? Ага, повышение атаки. Это хорошо, это нам нужно. Готов. Двигаемся с вами далее. Так, ну что, я доволен. У нас с вами открыты, по-моему, все доступные скиллы, да? У нее пирог-бомба, горячие стволы и удар кувалдой. Да, ну и основной удар. Помимо этого у нас есть уворот. Честно говоря, я им почему-то никогда не пользуюсь. Да и не нужен он, если честно говоря. Все, здесь мы разобрались. Поехали с вами дальше. Вот, ребят, вот продемонстрировал вам сейчас полный подхил здоровья. Оу, хорош, хорош буянит. Блин, усиленный моб.
Да они тут все усиленные, смотрите, с повышенной атакой. Да-да-да-да, конечно. Не на тех напали, елки-палки. Причем довольно прикольно, ребята. О, карточка нам досталась. Как раз та, что нам нужна. Или это, по-моему, нет. Это, ребят, на выбор. Мы потом сможем с вами выбирать, какая нам нужна. Я, естественно, буду брать карточки Бэтмена пока. Потому что за счет них мы будем с вами развиваться. Готов, Олух. Никаких абсолютно проблем не было. Двигаемся с вами дальше. В любой момент можем переключиться, естественно, на Джокера. На Мастер Океана. Раньше я думал, что это Аквамен, но ничего подобного. Ребята, Аквамен здесь есть. Такой персонаж, и поэтому Океан Мастер действительно это какой-то новый герой. А вот у нас и босс. Сейчас будем с ним разбираться. Поехали. Блин, мне нравится. Нравится вот этот новый скилл, который мы с вами изучили. Горячие стволы, бешеные пушки. Я не знаю, как еще можно назвать. Довольно неплохо. Он прыгает, как вы видели, да? Она на плечи врагу и начинает просто-напросто его расстреливать. Так, хорошо. Да, бежит за мной псих этот. На, получи. Ну, если честно, я думаю, что шансов никаких нету у этого босяры передо мной. Так, бежит, бежит, бежит. Да на, ты получи, ты свое, елки-палки, ты достал уже меня. Не будем с ним мешкать. Он все равно легкий, поэтому будем сейчас его разбивать. Он еще, гаденыш, меня станет, что ли, а? Походу дела, да, есть такой нюанс. Да, вот он, только руками своими и размахался, если это вообще можно назвать руками. Миссия пройдена, ребятушки. Причем на отлично, да, ранг С мы получаем. Воу. Так, опачки, вы посмотрите, что-то новенькое. Тактические слоты открыты у нас. И Джокер, мы можем его повысить. Оу, новый скилл. Опа-на. Симуляция боя открылась у нас. Что-то новенькое. Так, как бы это, наверное, ребята, надо нам глянуть все дело. Давайте покинем миссию, наверное, с вами. Вау. Очередная видео-вставочка. Давайте-ка глянем тогда ее. Ну, короче, я как понял, тут какой-то был ученый гений, и почему-то Джокер его завалил. Не знаю для чего. Наверное, по сюжету дальше будет все известно. Блин, нифига тут сколько миссий. Ёлки-палки, 16. Это вот в этой вот, ребята, во второй главе у нас 16 миссий. Хм. Это, то бишь, вот эта вот психушка. Так, что у нас здесь новенькое? Так, по гайду, да, обязательно, ребята, будем забирать реворд. Оу, 10 карточек. Хе-хе, вот то, что нам нужно, ребята. И на выбор, я так понимаю, да, мы можем выбрать, какие именно карточки нам взять. Так, вот почта. Да, именно так и есть. Ребят, я, наверное, буду брать карточки Бэтмена, конечно же. Вот, соглашаемся с этим делом. И теперь я думаю, что смогу кого-то повысить. Ведь должно же хватить. Так, ну это обмен карточек. Хорошо. Так, подожди, где это у нас делается, а? Так, вот у нас симуляция комбат открыта, надо будет глянуть, что это такое. Да, смотрите, ребят, я могу повысить своих персонажей. Так, Джокер. Он меня сейчас тоже интересует. Вот у него новый скилл, тактика. И я могу повысить ранг ему с D на S. 10 карточек Бэтмена нужно потратить. Вау. Красава. Мне нравится. Мне нравится. Довольно, причем неплохая прибавка, что по атаке, что по ментальной защите. И еще новый скилл дали нам. Да, ребята. Хм. Хорошо. Шуточный выстрел, да, называется, по-моему. Так, а что? Мне же вроде бы сказали, что в тактике открылись новые слоты. Но я почему-то пока не вижу. Может быть... Может быть, у Джокера этого нету. Так, камней по-прежнему нет у нас никаких новеньких. Жаль. Так, а могу я вообще что-нибудь повысить или нет? Нет, ребята, не могу. Как видите, ничего не помечено. Жаль. Так,
У меня до сих пор еще три персонажа. Меня это немножко нервирует. Я хочу себе еще кого-нибудь. Давайте посмотрим вот эту вот штуку новенькую. Корпорация Лекс. Виртуальный центр. Хм. Короче, давайте, наверное, посмотрим. За это нам дают... Оу, неплохо. Деньги, опыт и три капсулы с энергией. Хорошо. А мы затратим на это 20 энергии. То есть 20 стамины. Здесь, ребята, очень важно иметь стамину. Если ее нет, ничегошечки у нас не получится. Коридор какой-то. Так, радио что-то бубнит здесь у нас. А, все, типа активируется виртуальный бой. Ты готов? Я готов, как говорится, отвечаю. И мы поехали с вами. Так, что? Джокер, Джокер что-то у меня там бубнит. Так, босс. Там босс у нас какой-то находится. Так, я понимаю, что я должен здесь всех завалить. Чтобы... А нет, смотрите-ка, здесь... Блин, не могу немножко понять, ребята. Тут и драться надо, и рассматривать все это дело. Да успокойтесь, вы нафиг вот достали. Можно было бы, конечно, ребята, включить автобой. Поверьте, она бы здесь сейчас быстренько со всеми бы разобралась. Без каких-либо проблем. Я бы просто бы за этим наблюдал. Вот это как раз мне и нравится в этой игре. Гад, смотри, прошел, а? Я, главное, не могу пройти через эти щиты. А почему-то вот эта тварина может. Ну ладно, получи. Так, почему мой пирог... А, вот, сработал. Я уже думал, пирог мой не сработал. Ну все, отлично. Ну и сколько же будет здесь этих врагов? А? Как мне это узнать? Где тут их количество? Я ничего такого не вижу, ребят. Хорошо, будем драться. Будем драться до тех пор, пока у нас хватит здоровья. Но мы можем с вами... Блин, не могу я, ребят, почему-то туда пройти. Босс вроде бы как за стеной. И в то же время пройти я вот сюда, видите, как будто тоже стена. Хм, интересно. Ладно, давайте вот этих вот всех приспешников завалим. Все, надеюсь? Нет, не все. Опять откуда-то олух вылез. Все, надеюсь. А, ну-ка. Хм, нет. Не могу пройти, видимо, где-то кого-то не добили. Да ладно, блин, они все время... А, ну конечно же, ребят, у нас здесь виртуальная реальность. И они появляются, естественно, непонятно откуда. То есть это своего рода симуляция боя, где мы можем с вами, наверное, оттачивать свои навыки. Но при этом получать довольно неплохие плюшки. Но я так понимаю, что и погибнуть здесь можно по-настоящему. Так, ладно, хорошо, давайте разбираться с ними. Этот гаденыш прицепил, пирогом получил. Сейчас взорвется, да. Хорошо. Да что ты до меня докопался? Блин, офигеть, у него там суперудар такой. Массовый причем. Ну вот эти вот солдатики легкие. Вы сами видите, прекрасно, они просто вообще вата. Разбираются на ура. Пирог повесили на босса. Ну, взрывайся. Блин, живучий какой гаденыш. Все, будем его просто так сейчас... Просто так его добьем сейчас. Готов. Ну, когда же выйдет вот эта кикимора? Кто там вообще стоит? Я не могу понять. Какой-то чувак с ножом. Блин, не дают. Эти ворота не пробиваются. Так, ладно. Еще очередной отряд у нас вышел. Не надо, видимо, с ними разобраться. Я надеюсь, что я все правильно делаю. Может быть, конечно, и неправильно. В любом случае, они появляются сами по себе. Я ничего не делаю, не вызываю. А может быть, здесь нужно делать до тех пор, пока вот эти вот... Оу, тут уже по-новому стоят вот эти вот лазерные преграды. Так, Джокер, давай. Давай попробуем с тобой поиграть. Оу, прикольный, прикольный новый скилл. Так, вот это вот что такое? Они ржут. Видимо, это какая-то бомба-веселушка. Смотрите, недовольные. Но все равно дерутся почему-то. Блин. Елки-палки, вот это замес, а. Вдвоем они уже здесь. На, с пистолетика. Что-то как-то этот пистолетик работает не айс. Ну, долго еще? Опять. Так, ну тут уже у нас психи. Ага, значит... Оу, и босс вышел, смотрите, ребят. Елки-палки, что делать? Ну, естественно, валить босса надо как-то нам. Фига вы психи, ребята. Так, успокойтесь. Блин, тут ограниченное, ребят, пространство, где я могу бегать. Не в каждую лазечку могу зайти. Так, поменяемся.
Ну давай, Океан Мастер, попробуем тобой. Вау, неплохо, неплохо было сработано. Кстати, да, у него, ребята, новый скилл, как вы видите, да? И он довольно неплохо работает. По идее, надо валить босса как можно быстрее, но не получается, потому что этих ломонов со всех сторон лезут и мне очень много неприятностей делают. Так, 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 отлично, полегли. Фига он там жарит, босяров, посмотрите. Какие-то огненные волны запускают. Ого-го-го. Да, ребятушки, быстро разбирают они, однако. Ничего не могу тут сказать. Вот тебе, блин, и симуляция боя. Может быть, я рано сюда зашел? Да ну нафиг, не может такого быть, чтобы они... А где босс? Вот он, Тахламон. Получил пирог? Ну, бомбанет. Слушайте, пирог довольно неплохо отнимает. Жалко, конечно, что один разок всего действует. Ну, отлично. Причем, смотрите, ребята, горячие стволы срабатывают еще тогда, когда рядом стоит, например, вражина. То есть ему тоже достается, несмотря на то, что я стреляю именно в того. И есть! Слушайте, это какой-то, блин, мертвец. Жнец какой-то был. Миссия пройдена. И что же нам тогда дадут за это, а? Ну-ка, покажите. Так, я все выполнил, да, смотрите. Иллюмината всех подбил. Так, опа-на, у Джокера открылся тактический слот. Это хорошо. Слушайте, тут можно повторить, но мы с вами, наверное, покинем это дело. Мы же все-таки хотели посмотреть. Я уже имею представление, по крайней мере, что это. И у нас открывается с вами, смотрите-ка, вторая часть. Ревард здесь 2500 голды. Так, о, вот, ребят, смотрите. Полный список того, что можно вообще будет заработать за симуляцию боя. Так, ясно здесь. Так, я даже не знаю, что нам сделать. Может быть, здесь глянуть? Так, а, ну это, ребята, у нас прохождение в компании. Можем также в одиночку проходить. Но здесь, видите, какие-то дополнительные плюшки. То есть, если мы будем втроем, мы будем получать на 15% больше опыта, денег и каких-то там значков. Пока не знаю, для чего эти значки нужны. Ну что же, наверное, будем проходить с вами основную сюжетку дальше. Шестая миссия у нас, так что будем, наверное, действовать с вами. Так, женщина-кошка с плеткой. Блин, красиво, красиво выглядит, ничего не могу сказать. Ну, а мы с вами на шестой миссии. Так, тут у них опять диалог. Причем вот этот Black Manta, кто он такой, ума пока не приложу. Но, надеюсь, вскоре мы всех их получим и узнаем, кто на что способен из этих персонажей. В данный момент, как понимаете, у меня только Харли, Океан Мастер и Джокер. Согласитесь, этого нам мало. При изобилии тех персонажей, которые здесь будут у нас, это вообще практически ничто. Так, ну ладно, 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 хорошо, окружили тут меня, а? Мелкие. Иди отсюда, бежит он довольный, радостный. Так, они чем-то там плюются или стреляют с какими-то бомбочками. Так, отлично. Слушайте, ну после того, как я поднял нашей королеве, так сказать, ранг, она стала более живучей, у нее более сильнее удары стали. Но, как вы понимаете, и враги тоже не стоят на месте. Так, дайте-ка ящик возьму. Они тоже становятся сильными, мощными и проблематично уже с ними дальше справляться. Так, хорошо. Воу, фига там, расплевались они. Очень-очень хорошо, мне нравится. Но, опять же, ребят, повторюсь, на все вот эти вот улучшения нам нужны именно карточки. Это, как говорится, наше все. И, помимо этого, еще нужны гемы. Не забываем про них. Это все очень хорошо, но добывается довольно сложно. Но реально, даже без доната, ребят. Поехали. Так, здесь нам не пройти. О-о-о, вот здесь, наверное, будет босс, да, скорее всего? Ну, мини-босс, так скажем. Или не будет? Нет, не будет, по ходу дела. Так, да, ворота закрыты. Надо их всех разбить, чтобы нам открыли путь дальше. Подхил вот этот, кстати, ребят, тоже нужно тратить с умом. Как я вам еще раз говорил, желательно, когда у вас будут три персонажа покоцаны, потому что одно использование восстанавливает жизнь сразу всем. Ёлки-палки, пирог пролетел, а? Ладно, не беда. Все это быстро восстановим. Отличненько. Двери открыты, продвигаемся с вами далее. Ящик обязательно возьмем.
Так, восстановили себе СП. СП, ребята, это у нас нужно для того, чтобы мы могли использовать свои скиллы. То есть, если оно будет на нуле, мы ничего не сможем с вами сделать. Будем просто драться в рукопашку. Ага, вот и босс. Рад тебя видеть, мутант номер 3. Иди сюда, трякает он или что-то. Так, у нас ящик здесь. Оу, карточку получили. Вот это хорошо. Опять же, ребята, на выбор. Потому что здесь есть два вида карточек. Определенная, которая дается, ну, например, там, карточка Бэтмена выплатили, и все. А есть вот такие, где мы можем сами себе выбрать, что нам взять это в дальнейшем. Нормуль, нормуль такая, да? Скакануло называется. Ну что, у нас тут опять диалог. Так, читер какая-то, Лекс Лютер, они между собой общаются. Я это обычно, ребят, перематываю, потому что диалогов здесь очень много в этой игре. Так что не будем каждый смотреть, просматривать. Ранг S мы получили, и это меня радует. Ох, шикарно, карточка. Так, опачки. Специальная миссия какая-то открылась. Восстановите себе стамину. Ладно, надо будет обязательно это тоже посмотреть. Ну что же, осталось нам пройти уже ничего, ребятушки. На 10-й миссии мы с вами остановились. Давайте заберем наши всякие плюшки, что заработали. Так, оу, стаминочка, отлично. Вот эти вот значки до сих пор еще не знаю, для чего они нужны. Так, по боевке у нас чисто голда идет. Забираем ее, конечно же. Так, возвращаемся, что еще тут у нас? Угу, по гайду. Оу, 10 карточек. Вот это вот хорошо, ребятушки. 10 карточек нам обязательно пригодятся. Так, они у нас, по-моему, на почту летят, да? Да, именно туда. И я сейчас их буду забирать. Выбираем, опять же, все на Бэтмена. Итого у нас получается 12 карточек. Ага. Что мы можем за них приобрести? В принципе, много чего. Так, смотрите, у меня вот этих вот много карточек. Давайте, ребята, их обменяем. А также на карточки... Погоди. А как это делается? А, вот, надо нам выбрать вот это вот. И будем мы обменять вот эти вот. Погоди, что такое? Что, одну карточку только можно, что ли, поменять? А вот так вот, если... Не пойму, нифига. Что происходит-то? Подожди. Ну вот, а, вот, надо нажимать на нее. Понятно, давайте обменяем. Все, получили одну карточку Бэтмена еще. Так, ну давайте тогда еще сделаем. То есть, это получается, я трачу две карточки обычных, да, чтобы получить одну карточку Бэтмена. Блин, ну как-то несправедливый обмен получается, если честно. Хм, ладно, соглашаемся, хорошо. Но я думаю, что много мы тратить не будем, потому что в дальнейшем нам карточки пригодятся, естественно, и на других героев. Я уже молчу про то, что там будут в дальнейшем золотые... О, смотрите-ка, новинка. Так, это где-то у нас с вами зависло, надо будет это обязательно сейчас посмотреть. Так, где это находится все, ё-моё? Блин, да куда? А, вот, сюда надо зайти. Это у нас выбрато все. Так, Квин, давай-ка глянем. Смотрите-ка. Оу, открыто, да? Использует HP Potion. Хорошо, давайте, наверное, мы с вами... Нет, продавать не будем. Будем вставлять... Да ёлки-палки, я хочу вставить. Да. Экипировали. Честно говоря, не могу понять. Когда у вас мало здоровья, ага, она юзает восстановление себе. Автоматически причем, ребят. Это все для автобоя сделано. Также у нас есть активные скиллы, которые мы можем... Так, а я могу только лишь пирог улучшить. 5 карточек. Ну, давайте потратим. Ага. Все, отлично. То есть, колдаун уменьшается и так далее и тому подобное. То есть, мы можем применять его намного чаще и меньше тратить на это энергии. Хорошо, я, в принципе, доволен. Скина нету у нас, жаль. Хотелось бы какой-нибудь новый образ. И также вот по комиксам, ребят, я пока не знаю, где брать комиксы. За счет чего они открываются. Так, у Джокера тоже скилл можно выучить. И это у нас газовый баллончик. Также и шуточный выстрел. Давайте потратим, хорошо. Потому что скиллы это тоже очень нужная вещь. Не будем мы постоянно с вами в рукопашку драться. Массовые скиллы вообще полезны в этой игре. И вставляем, естественно, ребят, с вами вот этот камушек в тактический слот. Вроде бы как и все, да? Угу. Оу, 20 карточек нужно Бэтмена, ё-моё, чтобы с С на Б перейти. Океан Мастер, что? О, смотрите-ка. Опа, есть. Давайте повысим, наверное, ребята, ему ранг на С. Вау. Круто, мы с вами растем и развиваемся. И это, ох ты, новый скилл.
Водяная тюрьма называется. И также у нас открылся слот. Ага, Валориум. Ну, давайте посмотрим. Ага, слот открыт, а камней нету. Блин, печалька. И здесь тоже слот открыт, и камней нету. Ну что ж за незадача-то такая, а? 20 карточек нужно. Это чтобы в следующий ранг перейти нам. Блин. Так, гайд. О, это что? Опачки, вот это пруха, ребят. Смотрите, 3 камня мне дали. Вот это как раз то, что мне сейчас и нужно. А ну-ка, давайте-ка. Так, поставим. Может, подожди, не понял. А, вот. Что такое? Критический дамаг. Блин, давайте, наверное, не ему поставим, а вот нашей Харли. А ну-ка-ся. Зелененький слотик как раз под зеленый камень. Вот так-то мы с вами и сделаем. Отлично. На 1,5%, ребятушки. На 1,5%. Также у нас, блин, слоты только синие. А тут у нас красный и зеленый камень. Ай-яй-яй. Ух ты, можно апгрейдить даже эти камни, ребят. Хе-хе-хе, болт, закрыто. Когда откроется, пока не знаю. Ну, надеюсь, очень скоро. И нам, надеюсь, об этом сообщат. Потому что неохота гадать. Так, а что тут такое? Вот, вот, ребята, вот эта стамина. Можно ее за ампулы повышать. А можно за гемы. Ну, я вам советую, естественно, за ампулы. Точнее, за вот эти вот пробирочки. За капсулу, даже будет вернее сказано. Стамина — это все на автобое, когда играешь. Очень много от нее что решается. Ну и потратим немножко книжек на опыт для нашей Харли. Так, вот так, я думаю, достаточно будет. Есть! Еще один слот у нас открылся. Две книги. Добить их, что ли, а, ребят? Так, отлично. 18 уровень. Вообще классно. На 20-м, по-моему, уровне что-то новенькое у нас откроется. Так, открылся? Нет, ребята, не открылся у нас никакой слот. Жаль. Но два камня до сих пор висит. Может быть, у нас у Джокера что-нибудь есть? Так, давайте посмотрим у него. Есть! Есть, ребята, зеленый слот, я вижу, открыт. Давайте. Да что такое-то? Вот, надо перетаскивать самому. Отлично, экипировали. Я так понимаю, это на защиту нам что-то идет. Да, красный камень мы не можем с вами потратить никуда. Так что давайте посмотрим у Океана Мастера, что у него здесь. Так, у него слот есть, но красного, к сожалению, не открыто. Поэтому камень этот у нас пока завис. А он дает нам психическую защиту. Плюс 110. Это, наверное, неплохо. Ну что, вроде бы как и все, да, наверное. Ни у кого ничего нету больше. Так, здесь психическую защиту дает. Так, апгрейд. О-оу. Так, подождите, давайте-ка мы с вами, наверное, у Харли. У Харли что-нибудь можно приподнять, апгрейдить? Можно. Ну-ка, посмотрим, сколько дает. 1,6 на 1... на сотую долю процента. Так, ладно, зато уровень 2. Причем я, ребят, не знаю, какие это камни, хорошие или плохие. Но на ошибках учатся, поэтому будем чудить с вами. Ага, здесь можно за гем ускорить. Ну, тут 24 секунды, ладно, ускорим, ребят, фиг с ним. 3-го уровня. Так, давайте... Ах ты, не хватает, ребят, зеленых камней. Жаль. Ну, в принципе, и так неплохо все у нас. И я думаю, что можно будет, наверное, переходить уже на сюжетку. Так что, поехали, ребята. Какая-то у нас лаборатория здесь. И я, знаете, что подумал? Что давайте-ка мы пройдем вот эту вот миссию с вами на автобой. Заодно вы посмотрите, как он себя ведет. Так, я на последнем боссе ее не отключал, так что она автоматически у нас здесь сохраняется. Отключать не буду, давайте просто глянем, как это все будет делать, происходить. Здесь я, в принципе, ни на что не влияю. Нет, конечно же, я могу ей управлять в любой момент. Куда-то ее увести или использовать какой-то скилл. Но в этом нет никакой надобности. Вы смотрите, она довольно неплохо справляется. Также она автоматически будет переключаться на другого персонажа. Если у нее будет мало хп или она сочтет это нужным. Причем ящики. Вот с ящиками, да, иногда бывает проблема. Пробегают. Не знаю, с чем это связано. Но это, в принципе, не критично. Что еще? Также я могу восполнять им сам ХП. Ну, вот это усиление 50%. В принципе, и все. Ну, можно камеру приблизить, отдалить.
как же можно во время этого дела общаться в чате? Ну, в данный момент мне общаться не с кем, потому что здесь все на английском языке. И все разговоры на английском. Я не очень хорошо разбираюсь, а писать по-корявому тоже хочу. На транслите можно было бы, но это если бы были бы русскоязычные ребята. Так, ладно, хорошо. Разбирается она со всеми довольно неплохо, как видите. Все у нее хорошо получается. Все она вовремя делает. Вот видите, делает замену, так как у нее мало хп. Не стала она использовать сердечко. И это, в принципе, правильно. Потому что они, в отличие от меня, делают это тогда, когда у всех трех персонажей мало здоровья. Ну, или же просто ждут моей команды. Вау, 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 Джокер, вы посмотрите, вот это он круто делает. Намного лучше, чем я играю. Так, ну и здоровья, конечно, у него уже очень мало. Он, наверное, будет сейчас меняться, скорее всего. Да, видите, он поменялся на Океан Мастера. Так, а у нас что получается? У нас получается, что Харли Куин имеет 18 уровень, а Джокер с Океан Мастером 13. То есть какой-то дисбаланс у нас пошел. Их, по идее, лучше, конечно, качать одинаково. В этом будет преимущество. А то, что если у нас, например, Харли 18, да, и на 5 уровней выше своих, так сказать, одногруппников, тут уже как-то не ахти. Ладно, пускай она добьет вот этого босса. Не она, а он. Давай, давай, давай. Мутант номер один. Причем каждый монстр, каждый босс имеет здесь определенные усиления и наоборот ослабления. Вот в данный момент у него тут, я так понимаю, какой-то щит нарисован и, не знаю, энергетический заряд. Ну, а с другой стороны, видите, да, поцелуй какой-то и, не пойму, то ли огонь, то ли еще что-то. В общем, я могу судить так, что он где-то силен, а где-то слаб. Против каких-то персонажей он может вообще быть ватным. Ну, как видите, Океан Мастер его довольно долго колбасит и что-то никак не может его забомбить. Сейчас, по ходу дела, он будет меняться. И, скорее всего, на Харли. Хотя, может, и на Джокера. Да, здоровья очень мало. Да, он меняется на Харли. Опять же, автоматически все это дело происходит. Без моего какого-то воздействия. Ну, я думаю, что Харли справится, в принципе, с этим охламоном. Там у него осталось совсем немножко здоровья. Да-да-да, вот, все отлично получается. И добивочное она сейчас будет делать. Да что ж ты там, вот. Все довольно успешно и легко, ребята, получилось. Миссия выполнена. Ну что же, как-то вот так у нас работает автобой. Так, ладно. Думаю, что нам с вами пора двигать дальше. Кстати, у меня скоро будет 3-й уровень. Следующая стадия, поехали. Ага, опять какой-то видосик. Ну что ж, давайте глянем. Нифига, яйцо. Чем-то издалека мне напоминает Харю Таноса. Ну, а также можно сказать, что это какой-то механический шалтай-болтай. Ладно, давайте смотреть, ребят. Короче, зашугали они это яйцо, я так понял, да? Ну что, смотрите, эй, не трогайте меня, я вам все расскажу, все доложу. Ну, а наша команда в сборе. И... опачки, мы по ходу дела с вами на какую-то корпорацию решили напасть. Это же мы? Или не мы? Неважно, короче. Персонажи, в общем, решили кого-то тут атаковать. Ладно, хорошо, а эти такие, оу, типа, смотрите, за нами слежка, ё-моё, давайте все в кучку там собираемся, на нас идет атака. Ну, а мы с вами продолжаем играть. Ну вот, мы и добрались с вами до последней миссии во второй части. И здесь у нас, по идее, должен быть босс. Я надеюсь на это. Так что давайте, ребятушки, продолжать играть. Так, Харлеюшка моя, Харлеюшка. Прям, блин, как... Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо. Так, все, разбираем этих сосунков. Никаких, я думаю, у нас недочетов здесь не будет. Все у нас будет довольно легко и просто. Они ватные, распадаются. Да идите вы отсюда, ё-моё, олухи. Что ты хочешь, а? Получить меня? Получил. Все, прут и прут. Откуда они бегут-то, а? Хотя, если это у них корпорация, то, скорее всего, они
Может быть, даже их делают сами, этих роботов-воинов. Ну, нас это не интересует. Нам главное всех их разбомбить и добраться до конца. Все. Да куда? Побежал там, взорвался Олух. Еще один тут хочет получить. И он это получит. Ладно, двигаемся с вами далее. Что у нас тут? О! Охламоны летающие появились. Давненько я вас не видел. Обычно у нас психушки были только лишь психик всякие ненормальные в смирительных рубашках. Ну, а здесь, смотрите-ка, уже всех, по ходу дела, объединили. Всех в кучу поставить. Да что такое-то, ё-моё, он стоит там за этой преградой, я не могу его достать. О-о-о, хорош там буянить. Столько гранат там напулял. Кстати, ребята, у меня почему-то сейчас пирог стал действовать немножечко по-другому. Вы заметили, да? Раньше она его просто вешала, а сейчас они еще и встан. У них связаны руки, они стоят на месте, ничего не могут сделать. Так, дайте-ка я посмотрю, что здесь у нас. Ага, колдаун. То есть откат скилла идет намного быстрее, по-моему, да? Получили? Получили, охламоны, а? Так, все-все-все, бегите все ко мне в кучу. Буду вас сейчас тут деребунькать. Вот. Блин, я бы сейчас с удовольствием бы кувалдой бы здесь вот так вот махнул бы. И все практически рассыпались. Готов? Да, готов. Не там-то было. Получили. Все быстро, очень быстро. Вот, смотрите, видите, он еле ходит там. Да, у видимого пирога, когда улучшаешь скиллы, появляются какие-то дополнительные плюшки. Так. Ну что ж такое-то? Ну они тоже, ребят, стали намного сильнее. Сами вы, наверное, прекрасно видите. У меня, кстати, очень мало здоровья. Не знаю, можно, в принципе... Оу-оу-оу-оу. Смотрите, уже моргает. Что говорят, пора бы тебе, парень, поменяться. Или же восполнить себе здоровье. Куда тут? А, вот она. Вот она, дорожка. Так. Нет никаких ящиков. Нету. Мне бы сейчас бы хпшка не помешала бы, если честно. Ну, я имею в виду ящик со здоровьем. Ну, пока вроде бы и так справляемся. Воу-воу-воу-воу. Можно также, ребятушки, еще раз вам скажу, поставить на автобой, и она все сделает за вас. Это очень хорошая функция. Она здесь вообще прям в тему, так сказать. Ох ты, буянин. Что это она мне? Немота висит, что ли? Да, ребят, я не могу использовать свои скиллы, вы представляете? Гаденыш повесил... Это что? Ого! Дизад, кто такой? Что за олух? Босс, вот, ребята, это главный босс второй главы. Нифига он. А, мы же с таким вроде бы дрались. Ё-моё, я думаю, что-то знакомое. Да-да-да, мы с вами когда были в виртуальной корпорации. Помните, да? Босса там был. Это он и есть. Хорошо. Получил свое. Давай, Джокер, попробуем тобой. Надо. Смотрите, а на боссов тоже действует этот газ и все там подобное. Так что нет у них никаких иммунитетов. Да ладно тебе, Твянти. Мне вот у Джокера не нравится только одно, ребят. Знаете что? Что он как-то... Он вроде бы и бьет, и в то же время не бьет. Очень такие удары у него, не ахти. Не того я, конечно, ожидал от него. Даже Океан Мастер, он и то кажется мне более как бы поэффективнее. Так, что-то у нас со здоровьем вообще кисло. Причем, ребята, я не смогу больше подхилиться. Нету у меня хилочек-то. По-моему, нам пора поменяться, да? Я думаю, что это будет Харли. Все, хорошо. Продолжаем бомбить. Получил, как говорится, пару выстрелов в чайник. Пирожок выкуси. Так, нормуль. Ну что, пол хп уже отняли. Пол здоровья, точнее. Блин, да вот эти вот приспешники, они вечно, вечно вылазят. Они бесконечные, тут всех не перебить. Да, босяра там неплохо жарит огнем. Так, получи свое, гад. Блин, Харли, у тебя тоже мало здоровья. И поменяться мне больше не на кого. У Ариса всего 4-й уровень. Фигня какая-то получается. Ладно, ребят, нам нечего делать, ребят. Только аккуратно действовать и попробовать все-таки забомбить.
Ну, если уже вообще нечего будет делать, конечно, мы переключимся. Хотя я не уверен, что он здесь долго у нас проживет. Его сразу заколбасят. Так, аккуратненько, аккуратненько все это делаем. Зря, конечно, я хилки потратил все. Надо было в бою ими не злоупотреблять. Хотя есть шанс, ребята, сейчас попробуем. Ну, есть, все-таки мы его сдрючили. Хе-хей, победили. Ну что, даже, наверное, ничего не скажет нам на дорожку, я так понимаю, да? А нет, смотрите-ка, что-то вякает еще. Смотрите, какая у него физиономия. Ё-моё, это какой-то мертвец или демон. Ну, главное, что он от нас получил. И по заслугам. Так, опять диалоги. Как вы много тут бубните, а? Было бы, конечно, прикольно, если бы все это было переведено. Я думаю, что очень занятный такой получился бы видеокомикс. Но миссия пройдена, ранг А. Жаль, конечно, не С. Оу-оу, Арис получает 7 уровень. И у него открывается новый пассивный скилл. Вау, мы с вами что-то открыли новенькое. Контент новый открылся. И это у нас Vision Quest, а также какая-то новиночка еще одна. Так, давайте мы, наверное, с вами покинем миссию. Тем более мы это все дело с вами прошли. Так, мы переместились с вами на третью часть. Ух. Так, давайте посмотрим, что нам здесь достанется. Здесь ничего нету. Ага, 5000 голды. Нормулька. Будет неплохо. Так, открываем с вами карточки. Естественно, наверное, возьмем с вами Бэтмена. Так, это будет у нас 9 карточек. Маловато. Нужно хотя бы 30-ку иметь. Ух, менять что ли опять? А на что мы можем менять? Ну давайте возьмем Бэтмена и поменяем, наверное, с вами вот эти. У нас их больше всего. Как-то это не ахти, да? По одной карточке все время менять. Можно было бы как-то скопом. Ну захотел, например, 10 штук, чтобы сразу выставил. И это, а так по одной не ахти. Но тем не менее у нас уже с вами... Сколько карточек вообще у Бэтмена? 11, отлично. А если я сделаю вот так вот? Ага, давайте... Не, давайте две, наверное, все-таки. На пробу. И по... Вот оно как делается. Все, я понял, ребят. Две карточки вставляешь, две и получаешь. Будем знать теперь на будущее. Третья часть. А вот у нас и новиночки. Хо-хоу. Специальная миссия еще до сих пор не... О, Vision Quest, смотрите. По-моему, тут дают нам... Normal, Hard и Hell. Три уровня сложности. Естественно, если мы с вами будем играть, то я думаю, что начнем с нормала. 5 АП тратится. Ладно, давайте попробуем, наверное, да? Нормал. Ух ты! Так, а я персонажей поменять не могу, да? Ладно, тут реворд нам, который будет доступен при прохождении. Ну что ж, стартуем тогда. Будем смотреть. Прикольно. С каждым уровнем нам что-то новенькое и новенькое открывается. И это хорошо. Так, альянс. Мадам Ксануду. Что это за такая девушка? Не знаю таких. Эй. Так, Блэк Манта. О, кстати, есть возможность посмотреть, что это за чувачок у нас. И также у нас какая-то женщина-пантера. Угу. Да, мы можем переключиться. Я, правда, не вижу у них уровней. Какой уровень-то вообще у нас тут? Интересно. Так, идем, идем, идем. В чем здесь вообще у нас, интересно, будет заключаться суть? Опять же, наверное, просто всех убивать тупо или нет? Ну, в данный момент это выглядит так. И я думаю, что, наверное, в конце будет поджидать нас босс какой-то. Так, Блэк Манта тут что-то забубнил. Это, блин, непонятный пришелец какой-то. Как получеловек-полужук. Хрен узнает, вот такой. Ну-ка. Отлично, сдохли. Давай-давай, всех-всех бомбить здесь. Что-то их тут слишком много. Со всех сторон бегут. А ну-ка посмотрим, кто у нас такой Блэк Манта. Йо, ничего себе, ребята, он орудует своими тесаками. Ё-моё, знаете, как ниндзя какой-то прям. Скиллов-то тут у него целая куча. Ага, колдаун получили. Элита, ё-моё, мне написали, что это элита. Но я не вижу никакой элиты. Но он шустрый, я вам скажу. Вау, он еще и лазером каким-то стреляется. Прикольно, мне нравится этот чувак. Так, подхилились. Замечательно. Так, что, опять? Опять кучка этих больных.
Ладно, сейчас мы с ними расправимся. Слушайте, нам бы еще, конечно, не помешало бы посмотреть на женщину-тигрицу или пантера, кто он такая. Но Блэк Манта, в общем, меня порадовал. Есть смысл, наверное, его взять. Он довольно шустрый. Ну, действительно, он как ниндзя. Такой, причем у него и нож, и тесак, а это даже... Я бы даже сказал, не тесак, а оружие у него. Оно стреляется. Оу. Ну, посмотрим теперь на... О, вот она как передвигается, ребят. Действительно, как дикарка. И босс. А ну-ка, что ты можешь? Давайте-ка проверим. Слушайте, да она на одних атаках просто ушатала этого мутанта. Прикольно, мне понравилось. Мне нравятся вот эти вот герои. И я их хочу заполучить всех до последнего. И я буду надеяться, что у нас это все-таки получится. Да, придется потратить немало времени, немало сил на это все. Но будут они у нас все. Будут. Так, опять диалоги у нас. Но мне хочется посмотреть, что же нам все-таки дадут. Так, миссия пройдена. За 2 минуты 12 секунд. Ах, вот тут как надо. Тут надо не один бой, тут надо, оу, много-много. Ну, это, ребята, уже у нас, наверное, будет в следующей серии. Ну что ж, на этом я буду завершать, пожалуй, этот видосик. Всем, конечно же, большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами продолжим уже играть в следующей серии. Также разбираться в этой игре, находить что-то новенькое. Очень много еще у нас режимов осталось, которых мы даже не пробовали и не смотрели. Ну, в общем, все, ребята, как-то так. А на этом всем пока, всем удачи. И до новых серий. Так что, ребятушки, увидимся.